Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня мы с Димочкой решили готовить ужин, да? И вместе с вами, и заодно поболтать. У нас сегодня будет необыкновенный ужин. Здесь у нас... По-моему, это бедрышки. Свекровь покупает. Я такие, честно, не покупаю. Если я беру, то покупаю в основном какие-нибудь... голени какие-нибудь, что-то такое вот. Вот, ну, короче, такие вот. Да, там у нас Дима. Сейчас мы начнем, хочу из них приготовить супчик. Все вместе их сварить. Туда, скорее всего, добавим мы еще зелень, макарошку и уже каждому в тарелку яичко. Вот, не лази пока, подожди там. Вот, и также плюс у нас будет салатик, конечно же, вот огурец. Еще вон там огурчик. Листочки, помидорка. А и нет, вот тут есть еще перчик. А нет, дай мне. Грязными руками не трогай. Дай вот. Мне. На. Начинай пока чистить. Подожди, сейчас тебе ручки давай. Дим, продезинфицируем, давай. Вот, молодец. Это у нас здесь налитый не спирт, а водка. Вот вы будете видеть, так Дим. Вот, а я тем временем пойду сейчас помою это и будем варить это. Сим, я яички ищу. Вот, смотрите, это у нас вот так выглядит теперь. Ставим на плиту все это. И будем отваривать. Надо кипить пока-то, повариться. А будем с ножкой будем... Будем готовить эту Диме спину. Да ты у меня умница, посмотрите. Дима взял яички вот эти, вытащил и туда стал чистить. А мог там оставить яички, да, и туда же чистить прям. Кстати, его этому никто не учил, это у него как-то так само. Так, зеленушечку потом. И когда будем готовить, И тут дерево так зых-зых-зых-зых спирит и все. А тебе что, дерево мешает, что ли? Тебе? Мешает гулять. Да, гулять мешает даже? Да. А тут не... А тут лес тут. А тут лес. Потому что тут лес. И вот дерево снова. Так, этот огурец я, наверное, себе заберу. Это уже давно он лежит. Мой огурец. А я сейчас тебе свеженький дам огурчик. А этот мама себе заберет. Вот он уже лежит не один день у нас. А тебе дам свеженький. Да, вот так вот мы с вами готовим ужин. Вам всем это очень нравится, когда мы готовим ужин. Смотреть. У нас на ужин будет сегодня супчик. Не знаю, что-то вы хотели его на обед. Но Дима у нас позавтракал почти в 12 часов дня. И, конечно же, у нас все немножечко сдвинулось. Все поздвигалось. Так. На. Давай. Так. Ремонт у нас уже закончился. Осталось только докупка мебели. Кто знает, что у нас был ремонт. Вот отдельные ролики я выпущу чуть-чуть попозже, как был ремонт в каждой из комнат.
Вот, когда уже появится отдельная мебель, когда я уже засниму, что вот ремонт закончился, вот, вот так вот у нас стало красиво. Когда уже все появится, я его, ну, осталось ждать немножко уже. Вот, чтобы было более красиво, чтобы можно было сделать красивую фотографию на аватарочку видеоролика. Вот. Так, а там что за контейнер? Сюда что-то пока сложим. Сюда. Кстати, вот такие вот кожурки из-под огурца. Очень классные, вкусные в каком-нибудь тушении вот овощей. Тушите, вот такие вот добавляются. Мне прям очень нравится, очень вкусно. Ты огурчик будешь кушать? Буду. Будешь параллельно его, наверное, жевать? Параллельно. Диме я уже режу такими большими. Ой, вам не видно. Кусочками. Да? Я можно же. Давай сюда. Давай. Если вот тут там. На. Ну, бери ручкой. Не достаю для тебя. А, там огурец был, точно. Так. Так, так, бабушка передала Диме какие-то листочки. Сейчас посмотрим. Это листочки. Надеюсь, они не чистые. Вот такие листочки передала. Ты будешь? Буду. Будешь такие? Две штуки возьмем и две на завтра. Листочки. Да, сейчас понюхаешь. Это было Ио. Да, это баба Ира дала тебе, да? Да. Дай мне понюхать. Пахнет? Ну-ка. Пахнет, чувствуете? По-моему, ну капусты, да, наверное. Какой-нибудь капусты пахнет. Это жевать. Ты тоже что ли будешь есть или как? Вкусно? Вкусно. Тебе нравится? Не знаю, так напишите как в комментариях, как называется эта капуста. Позабыла я уже немножко. Солнышко. Она, кстати, мягкая с этой стороны. Вкусно. Я. На. Ну ты что, я тебя суп буду уже крошить. На. На, можешь пока есть. Начинается. Салат? Ешь, ешь, ешь. Салат? Салат. Ну, салат пока ешь. Сюда, девочки, я буду супчик. Это яичко. Заранее. У нас будет легенький супчик. Не помню, я сказала или нет. С яичками. Раньше когда-то мама моя делала такой. Но она делала, варила крылышки. Поскольку у нас сегодня ребрышки, то у нас будет из ребрышек супчик. Так. И моя тарелка. Я открываю крышку, с руками будешь открывать. Да, конечно, с руками. Тем же еще. Открываешь ее сделать. Не козявками же ее открывают. Так, вот тут себе. Козявками. Козявками?
сюда. Так, теперь у нас помидорка. Помидорка. Слышал какие-то странные звуки из подъезда. Это нам привидение поет. Там кричат там. Это все-таки мальчишки кричат? Мальчишки. Вот это папа сломать кассею. Сломан кассею, мальчишки кричат. Наверное. Ну что, кушай, кушай. Вкусно? Тебе вкусно, малыш? Да? Мамин малыш. Мальчик малыш. Там ломают мальчишки котели. Наверное, да. Ломают, как всегда. Все как всегда. Да? Да? Зря еще помидору помыть. Я не могу свои любить ломать. Да, мальчишки любят ломать. Да, как зовут? Тын-тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Что у нас там? Дальше что-то салат. Вот, ремонт закончился, к нам уже никто больше не ходит. Уже не ходит никто. Баба Лили. Баба Лили, да, стала чаще приезжать. Да. Это Баба Лили, вот. Баба Лили. Стали чаще они приезжать уже. Потому что соскучились, наверное, по Диме. Да, Дима? А деда соскучился по Диме. И деда болеет там. Что-то он простудился, сразу лечение, видимо, не начал. И поэтому болеет. Надо лечиться сразу. А он не лечится. А он не лечился. Он думал, все само пройдет. Болит и болит горло. Ну, болит и болит горло. Ну, подумаешь, болит. А потом стал вот. Потом стало все только хуже, да? Потом соседи ломаются. Так, листочки мы берем, пакетик. И там ломаются соседи. Так, Дима сейчас там докушает, потом я ему дам помидорки. А, у нас еще перчик с тобой. Еще и перчик с тобой у нас. Там привидение, что ли, поет? Да, привидение поет. Так, вот такой перчик у нас. Такой, смотрите, как будто клюв. Ой, это у птички еще так. Тут вот так бугорок сделать и глазки. Или вот тут. Необычный. А тут прям узенький такой. Маленький. Тут маленькая. Дырочка. А в дырочке косточки поселились, живут.
малыш. Это малыш. Да. Вот. Сейчас мы уже заказали коридор, небольшую такую горочку. Ну, в коридор, как и вешалку, все такое. Вот. Сейчас вот пытаемся с мамой найти в комнату, в мою комнату, какой-то шкаф. Вот. Я и буду эту гусу. Как-то это все очень, оказывается, сложно, проблематично сделать, Дима. Да. Очень сложно это сделать, на самом деле. Выбираешь, вроде одна стенка нравится, все, но нужен еще дополнительный шкаф. В одном месте этот шкаф 22 тысячи стоит, в другом 10 тысяч, в третьем 5 тысяч. А вот это, кстати, вот ты готовишь. Перчика там, кушай. А я и буду. Вот, то есть, блин, это все очень-очень сложно, затягивается, все надолго затягивается, потому что просто не можем найти. Вот, в эти выходные с мамой вдвоем, наверное, потому что мама все-таки знающая, знает все нюансы, поэтому вместе с мамой, наверное, пойдем в мебельный и будем выбирать какую-то стенку. Нужно что-то выбрать, что-то подобрать. Вот, мы смотрели в Хофе. Мне там одна стенка очень-очень сильно понравилась. Но там получается как бы с одной стороны стекло, потом такой комод для телевизора. И с другой стороны тоже получается стекло, но там будет как раз дверь открываться нараспашку и будет ударяться об это стекло. То есть, блин, это неудобно. Ну, там еще дополнительный шкаф нужен, да, которого там, по-моему, нету, не входит в эту стенку. Короче, там все это вот нюансы, и очень-очень сложно все это. И, конечно, самое главное, соответственно, у меня практически нету времени по вечерам, чтобы выбрать. Угу. Ну, я думаю, наверное, к тому времени, пока вы опубликуете этот ролик, наверняка мы уже что-то найдем, да? Но смотрите, как темнеет. Через камеру кажется, что светло, но у нас уже темноватенько. Лучше? Лучше. Лучше, лучше. Так, давай докушивать там. А я тем временем... Так, мы сейчас пока тебе их сюда положим. Тем временем мы с вами будем... Так, нет, хотя нет, не зеленушку. Хотя нет, давайте, да, зеленушечку. Сейчас я ее помою. Здесь у нас какую-то там... Ладно, не знаю, сейчас я ее посмотрю. Где у нас чашка? Вот у нас чашечка есть. Мы ее, наверное, всю туда спустим. Там укроп, что-то еще. Я, честно говоря, не покупаю зимой такие зеленушки. Поэтому не представляю даже, что там. А, ну, там лук, конечно, укроп и петрушку. Всю эту зелень я хочу спустить, отправить, вернее, в суп. Сейчас мы ее будем мыть. Вот. Так, что у нас будет с супом с тобой? Водичка уже закипела, курочка уже почти наверняка на готове сварилась. Сколько мы тут с вами уже? 20 минут. 20 банан будет сегодня. Вот не знаю, почему-то Дима в последнее время пытается все добавить банан, добавить абсолютно везде. Вермишель, в суп, да? Да. Нет, мы с тобой в суп добавим зеленый перчик. Насколько я помню, в прошлом году перчик, зеленый перчик, да. Он очень вкусно смотрел. Сейчас мы его найдем. Может быть, зеленый перчик есть. Так, тут я нашла, по-моему, это мята должна быть. Мы с тобой чай сделаем. И здесь я еще нашла лучок. Совсем капелька вот осталась, что она не туда, не сюда. Вот такие мальчишки большие, большие сломали. Ну, такие вот, хулиганили, хулиганили, сломали. Кушай давай. Потому что на качелях выиграли. А, ну вот, били, чуть-чуть били, есть, да. Били, зеленый перчик, кстати, очень вкусно добавлять в суп куриный. В прошлом году я добавляла. Очень прям обалденно вкусно. Вот сегодня еще раз добавим. Если понравится, я себе запишу, что нужно будет его купить и заморозить обязательно. Так, а пока мы с тобой добавим туда макарошку. Кушай, кушай, Дима, кушай, никого не слушай. Шай, 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 шай
Шуши-шуши-шуши-ша. Ша-ша. Что такое ша-ша? Да, тут уже все сварилось. Лиля-лиля. Так, что, мы корошечки? Звездочки, да, будем туда добавлять, Дима? Будем добавлять звездочки? Можно. Вон они, звездочки лежат, ждут тебя. Так, вот такие вот у нас звездочки, я уже показывала. Сколько мы добавляем ложек туда? Три? Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Надо было, наверное, вытащить эти курочки. Допила я свой лимонад вот такой вот. Покупаю в фикс прайсе. 27 рублей тут. Тут у меня еще полулитр, как кока-кола и лимон. Блин, такая вкусная, не могу, прям обалденно. Иногда вот хочется лимонада. Да. Это мое. Лимонада, я его в холодильнике ставлю, достаю, пару глотков сделаю, закрываю. И все, сейчас тут уже весь он выдохся. Ну, обалденно вкусный. Блин, он такой вкусный, мне так нравится. Ну, что-то быстро у меня так заканчивается. Состав тут, кстати, классный, по-моему. Так, подготовленная вода, сахар, регулятор кислотности, кислота лимонная, цитрат натрия, концентрированный лимонный сок, краситель, сахарный колер, ароматизаторы, кофеин. Так, та-та-та. Консервант, бензонат натрия и все. То есть, блин, и все. Представляете? То есть, если, наверное, мне кажется, посмотреть состав кока-колы, то там ай-яй-яй будет. Я, кстати, пробовала кока-колу с лимоном. Лимон добавляла в кока-колу, не то. А вот это вот прям мне понравилось очень. Ай-яй-яй, что это такое? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да? Это бабулица полезная. Вон корошечек сейчас поварится. Кипит, вижу. Так, продолжаем дальше. Чуть-чуть возьмем отсюда. Почему? Алло. А, вам не видать. Алло. Не видать. Так, и сейчас зеленушку. Что мы еще тобой? И все, нам больше ничего не добавим. Мы с тобой любим. Thank you.
болтает. А учит-то. Он читает. Так, вот она, зеленушечка. Наша с вами. Да? Наша с вами зеленушка сейчас там доварится. Макарошечка, и мы с тобой будем добавлять зеленушечку. Здесь он. Так, нифига вам не видать. Лучок я здесь вижу, вот лучок, что-то такой какой-то микс, зеленовочный микс. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это ба-ба-ба-ба. Ну рассказывай, что ты там, что видел-то? Вчера мы с тобой гуляли же, да? Я на камеру не поснимала, конечно же, потому что Дима под конец себя как-то плохо стал вести. Да? Да я там иду. Угу. Зеленушка. Да, какие были лисотки. Да. У нас там еще кран стоит за домом, да? Да. Что-то строит мы сегодня с тобой. А, ну мы вам уже рассказывали, по-моему. В последнее время, кстати, я стала замечать, что камера удаляет некоторые видео. Я думала, это флешка, заменила флешку, но нет. Явно я помню, что я записывала такой-то ролик, но его нету, не оказывается. Просто. Он просто исчезает куда-то. Не знаю, куда он девается, честно. Если, допустим, на другой камере у меня был, он оставался, но его не открыть, то здесь он даже исчезает, как будто его и в помине там не было. Просто это все нам взять. Тут столько укропа что-то. Столько укропа здесь. Открой зайку. Не знаю, много ли будет. Петрушки. Петрушка и сало. Шоколадный пирог. Папина. Кстати, петрушка очень-очень вкусно, когда говядина, например, мясо говядины, вы просто отвариваете мясо. Небольшой кастрюльки такой, чтобы один к одному, наверное, было пополам. То есть, ну, килограмм мяса и литр воды, например, вот так вот. Тогда вкус, ну, под этой крышкой не доливаете, ничего, отваривать прям хорошо. А мультиварка, например, вот так вот. А я утопил я. Вот. Отваривайте, да, кушай. И потом добавляете петрушечку туда. И туда добавляете много-много-много петрушки в этот вот бульончик. Так вкусно, прям вообще обалденно. Я первый раз, помню, отваривала мясо в мультиварке, у меня времени не было. Вот. Такой бульончик вкусный-вкусный, а петрушку добавляешь, вообще прям обалденно. Да? Дей, козочка моя сладкая. Это у нас получается слишком много укропа. Да. Зря, наверное, я помыла столько укропа. Ну, посмотрим, может, не будем добавлять. Может быть, и не будем даже добавлять. Посмотрим. Ну, все, не трогай. Так. Все, сейчас мы добавляем туда наш перчик зелененький. Да? Чуть-чуть отсюда. Не знаю, маловато будет ли? Так, отсюда мы добавляем лучок наш. Лучок у нас что тут? Лучок. А то оказывается какой влай. Что еще мы с тобой добавляем? Давай. Что еще добавим с тобой? А, у тебя. Ой. Эти помидорки твои. Помидорки. Я сюда еще супчик, чуть-чуть помидорчик. Положу. Ой, давай я его заберу.
У нас там доваривается. Макарошки, наверное, уже сварились. Да, Дим, как ты думаешь? Еще как раз настоится. Прям мясо все полностью так занимает. Кошмар. Выглядит, кстати, великолепно. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Сейчас я вам покажу. Вот так это выглядит. Кажется, такое все белое-белое, как будто здесь кефир какой-то или молоко добавили. С курочкой, с зеленью. Не знаю, что-то не так хочется кефир туда добавить. Мы с макаронами. Хотя, не знаю, напишите, может, какая-нибудь гадость получится. Не знаю. Так, возвращаемся на базу. И сейчас будем добавлять нашу зеленушку. Мы что-то еще хотели добавить, Дима, или все? Все? Больше ничего не добавляем? Зелень добавляем? И все, да? И все. И все, да? И все. Да, наверное, я этот укроп все-таки покрашу, потому что он уже мокренький у меня. Уже он мокренький у меня. Просто он пропадет. Да? Или что не испортим мы вкус супа. Или... А, или заморозим. Ладно, я его заморожу. На следующий супчик. Точно. Мы его заморозим сейчас. Пока долго будем готовить. Угу. В следующий раз с тобой будем готовить. Нам опять свекровь оставит что-нибудь непонятное. Такое же, да? Так, тут у нас что-то. Что там что? А, вот тут у нас была зеленушка. Мы сюда ее. А, или подожди, тут грязная была. А все костры такой. Костры такой. Так, пока мы с вами попрощаемся на секундочке, да, у нас, да, но мы вернемся и покажем, какой же суп у нас получился, да. Пока у нас суп чуть-чуть настоится, время как раз 7 часов, мы с тобой чуть-чуть подождем, да, сейчас Дима докушает. А, семка. Да, сейчас. Вот, смотрите, вот такой у нас получился супчик, да, с ложечкой. У нас там яичко, помидорочку, я там убери руку пока. Помидорочка, яичко, вермишелька, перчик. Тут все, смотрите, какой красивый. Ай-яй-яй. Это Димочки, горячие пока. И здесь вот она, курочка у нас. Маме. Клавидик. Тоже. Курочка также, салатик. Дима свой салат съел, я еще не съела. И здесь тоже у меня помидорка. Смотрите, какой красивый. Легенький такой, симпатичный супик. Супчик. Супчок. Вот. Горячий еще. Горячий? Теплый. Теплый? Но вкусный, наверное. Да? Да. Вот так вот сегодня мы с вами приготовили ужин. У нас уже время 8. Мы будем сейчас кушать с Димочкой, да? И ложиться спать. А, ну и тут давайте вам покажу. Ну, здесь осталось, да, по-моему, 2. А, ну да, чуть-чуть осталось. Вот 4 курочки как раз. Завтра и послезавтра нам покушать. Ням-ням-ням! Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, да. Ставьте лайки. Обязательно пишите в комментарии, что добавляете вы в суп еще. Помимо картошки, морковки. Это все знаем.
Что еще вы добавляете? Какие делаете вы супы? Возможно, вы напишите нам необыкновенный рецепт. Суп, суп, суп. И мы сделаем в следующий раз супчик по вашему рецепту. Обязательно напишите. Ну, мясо там, какое мясо. Говядина, свинина, да? Там? Может, что-то нестандартное, необычное вы делаете. Дай мне воду. Сейчас дам воду. И всем пока-пока. 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 Да? Хи-хи. Хи-хи. Хи-хи-хи.